Фатима Даурова встретилась с Заримой Кябишевой, поваром, который вот уже больше 30 лет старается вкусно кормить детишек в средней школе Аула Хабиз, и разузнала у нее рецепты блюд. А поводом для встречи стала победа в районном конкурсе «Школьный повар 2020». И вот ее аппетитный сюжет. Сидишь на третьем или четвертом уроке в школе с чувством легкого желания перекусить, потому что время уже к обеду. И ждешь этот знакомый аромат со школьной столовой, запах жареных котлеток и булочек. Еле дождавшись звонка на перемену, мчишься к вкусной еде. Наверняка сейчас каждый себя вспомнил в школьные годы и ощутил вкус тех самых котлеток. А обеды, полдники, завтраки – дело рук школьного повара, который уже рано-рано утром приступает к своей работе, чтобы успеть приготовить самую вкусную еду для детей. Такова Зарима Кябишева, которая вот уже больше 30 лет стоит на страже здорового, сбалансированного и полезного питания для школьников. Я очень люблю свою работу, я обожаю свою работу. Когда утром иду на работу, я с большим энтузиазмом иду на свою любимую работу. Я так люблю и ни разу ни одного дня не пожалела, что я стала поваром. Когда я иду между рядами и смотрю, как детки кушают, если тарелка пустая, я очень довольна, это мое счастье. Опыт, наработанный годами, любовь к работе и профессии помогли школьному шефу выиграть в районном конкурсе, в котором участвовали все школьные повара Хабирского района. Жюри единогласно проголосовало за фирменное блюдо Заремы Кябишевой. Мясной рулет от шефа превзошел по вкусовым характеристикам другие блюда. Я приготовила мясной хлеб. Это по простонародью мясной рулет с яйцом приготовила. Жюри понравилось, ну и я победила. Останавливаться на достигнутом любимый повар Хабирской школы не собирается. Впереди еще республиканский конкурс. Я в районном конкурсе победила. Когда республиканский конкурс будет, я надеюсь на победу. Мы постараемся. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабирск.